Хорошо сидим. И что мне делать с этим кайтом? Можете подсказать, ребят? Сейчас он не наполняется ветром. А там волнишка идет. Ну, короче, так себе ситуация. Так. Не, волн нет, а это хорошо. Можно считать, что я уже в канале. Давай, родной, наполняйся ветерочком, пожалуйста. И как-нибудь уже взлетай. О, волнишечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Мимо. Ага. Так, давай. О, порыв пошел. Давай, родной. Не хочет. Как-то его надо пошевелить, да? Попробуем за боковую. Не хочет. Так, давай. Ну что, что тебе надо? Что тебе надо, чтобы взлететь? Ну давай. Как-нибудь наполняйся уже ветром. О, еще чуть-чуть. Давай. Так. Ну ладно. Посидим. О, он что так? Давай. А, я понял, он у меня закрутился, ребят. Все, я понял. У меня ухо одно закрутилось, поэтому он не хочет взлетать. Так, ну и что, надо начать дергать, наверное, да? Как вот из этой ситуации выруливать? Кто-нибудь знает? Я лично нет. Может, как-нибудь так? Волнишечка. За ней еще одна. Так. Ну ладно, сидим, ждем. Может, что-нибудь изменится. О, да, давай, родной. Ага. Тихо. Давай. Вот так. О, а вы говорили. Нормальное тело. Безбаллонные кайты. Ну все. Только не падай. Тихо. Не надо падать. Ага. Че это ты? Решил. Вот так. Все. Работает. Ну все, ребята, выбрались. Теперь надо просто уехать отсюда и тик. Да уж. Уж. Ну ладно. Вот вы говорите кайтфоинг. Давай, лети. Ветра тебе не хватает, что ли? Что тебе надо вообще? Давай, лети. О! Молодец. Теперь надо стартануть с помощью кайт-лупчиков. Поехали. О, другое дело. Выбрались. Кайф. Едем домой.